Мужики обычно не боятся. Так круто, я уже тут езжу по всем странам, уже не знаю сколько. Вот как с вами интервью записывать? Это потому что важно. И Снежаночка, Снежачка, да, молодец. Да. Должна мне 15 дирхам за сок. Да. Всем привет, друзья, с вами Снежана. Мы сейчас находимся в Дубае, школа из Дубай. Поймала тут нашего сурового мужчину Игоря. Почему сурового? Потому что он был очень суровый. На нашем зуме у меня фото есть, я тебе покажу потом. Вот, выяснил у меня все, что нужно про Дубай. И на следующий день прислал мне билеты, анализы, деньги и все, и приехал. И оказалось, что паника началась у него потом, после, когда он все это сделал, говорит, что я сделал-то? Ну ладно, что я за тебя говорю? Рассказывай. А на самом деле все было немножко не так. Это поклёп. Как бы идея выучить английский за границей в английской школе, в настоящей, она родилась у меня давно. Угу. Рассматривал я вообще другие страны сначала. Это были Кипр и Мальта. И так ты тогда... меня нашел, видимо, да? Да, тогда я уже стал следить за Снежаной, но сначала я обратился вообще в другие компании. То есть, стандартная история. Это были другие компании, которые мне, конечно же, не понравились по ряду причин. Я думаю, основные причины были, да, это первое, это overprice, что мне какие-то такие баснословные деньги запросили. Угу. За 5 месяцев 8 тысяч долларов. Я прям тогда думаю, что это передумать, что ли, в школу ехать. И самое главное, что вот, не было доверия к этим компаниям. Я общался со многими людьми, на самом деле, как бы мы перезванивались тоже по Zoom, по всяким источникам там. Угу. Вот, и эти там ребята, там девушки, там, кто работает в этих компаниях, они даже половины вопросов моих не могли закрыть. А я ехал с определенным запросом, это совмещать работу и учебу за границей. Что, вот, собственно, это... сейчас ты тут и делаешь. Да, это прям для меня такой значимый был вопрос. Угу. И когда я задавал этот вопрос другим компаниям, мне говорили, кто-то говорил, нет, вы не можете совмещать, как вы можете совмещать тоже учебу за границей, выбирайте либо учебу за границей, либо как бы работа. Кто-то говорил, да, конечно, можешь, приезжай. А я говорю, а как там жить, как все? Да там разберешься на месте, короче. И вот, дельный совет. Да, вообще, я информацию не получал. Ходил с кучей вопросов, вообще ничего не понимал. Этот путь, он тоже был не быстрый. Я несколько раз хотел передумать в процессе этого пути. И вот на протяжении, на всем, мне Снежана меня очень сильно поддерживала, очень сильно помогала. Я писал ей даже в выходные, не делайте этого, но я писал, говорю, ну вот такая ситуация, что там делать. Да, как переводить деньги, как что-то еще. Ну как бы, это же большое изменение в жизни, как бы поехать в другую страну. Нужно ответить на много себе вопросов и понять, будет какой-то профит от этого или нет вообще. Угу. Вот, и профит есть, я чуть позже об этом расскажу, наверное, когда дойдем. Да, сейчас нам очень хотел интересно, еще да. Снежану поблагодарить, потому что это прям колоссальный труд сделала, что на все вопросы ответила, где помогала, когда уже приехал, и с квартиры потом помогали мне найти, потому что я хотел стоять переехать, это стоящее студенческое общежитие. Вот. И сейчас мы очень так хорошо общаемся. Дружим, да? Да. И, кстати, я тебя многим друзьям рекомендовал, я не знаю, обращались к тебе или нет. Ну, ребята, может, вынашивает еще эту идею. Да, ну вот как бы то, что именно доверие тут стопроцентное. Потому что спасибо. Человек, я не знаю, сколько лет уже в деле, да, даже по видео можно отследить, на Ютубе, там, в Инстаграме, что человек уже давно работает, да, и прям знает все нюансы. Вот самое главное, чего мне не могли дать в других компаниях. И потом вот решил как бы выйти на Снежану, мы долго не могли созвониться на самом деле. Тут ты работал-то, у меня поездки были. У меня перелеты были, ты перелетала в Дубай, по-моему. Все время путешествовала, и мы один зум переносили, второй зум переносили, и потом уже, я помню тот день, это был Стамбул, я был в аэропорту, ты тоже где-то там куда-то прилетела. Я прилетела, я уже в Дубае была с тобой, да. Да, и просто мне, я говорю, давай уже так, с аудиосообщением. Зум, зум. Нет, аудиосообщение. Аудио было, да, потом зум. И приходит мне 50 сообщений аудио. С ответами на все вопросы вообще. Это реально, ты закрыла практически все вопросы, вообще прям все, и вот именно тогда, в тот момент, я понял, что это тот человек, который мне нужен. Там было все, там прям четкий план, какие анализы нужно сдавать, куда переводить деньги, сколько переводить, сколько скидка, какой дисконт, где жить, даже там варианты комнат, апартаментов, что-то там очень много всего информации. Где менять доллар, где не менять, да, в аэропорту не менять, такси, да. Я умею, на самом деле, завалить информацию.
У меня такая радость на сердце появилась. Я понял, что как бы у меня в голове нарисовалась картинка, как я как бы, ну, смогу воплотить свои там идеи, мечты в жизнь. По шагам, да, все разложили. Ну, прям так и было. То есть, и оно так все хорошо легло. Я прилетел в Россию, сдал все анализы, сразу мы с тобой созвонились. Я через день сдал анализы. Это какой-то супер быстрый человек. Я думала, вернется через год, как обычно. Снежан, я тут собрал вот один анализ. Все мне прислал. Очень организованный человек. Да, было на самом деле все просто. И визу выдали меньше, чем через полтора месяца я уже получил визу. 6 недель, да, ну это стандартные. А на Мальту или там в другую европейскую страну я бы мог ждать там, ну, полгода, наверное, да, сейчас? Месяца 3. Ну, вероятно, сейчас отказа достаточно высока, к сожалению, поэтому 50 на 50, наверное, где-то так. Самое главное, да, кстати, про скидку я не сказал, как-то я так залетел со скидкой. Да, мы там что-то кучу что-то недель каких-то бесплатных. Нет, какой-то был праздник, еще 20 февраля, что ли, и, по-моему, я купил на полгода, и мне 3 месяца подарили бесплатно. Да, вообще, да, очень круто, на самом деле. А я как раз часто выдерживаю такой народ, когда я знаю, что скоро скидка родится, у меня есть инсайдерская информация, я так народ подготавливаю и не бронирую, когда скидка вылазит, я так их... Вот. Да, плюс даже еще подарили книги, по-моему, для первого. Как изучить английский за границей? Какую языковую школу выбрать? Какой вуз наиболее подходит под ваши задачи? И как вообще эти школы и вузы выглядят? Об этом все я рассказываю на своем канале. Меня зовут Снежана Никольская, я эксперт по международному образованию. И за последние 8 лет отправила учиться более 2400 студентов в 11 стран мира. Ну а про учебу расскажи нам. Кто твои студенты, с кем ты учишься? Учителя? Видишь ли прогресс? Очень интересно. Ох, сложный вопрос. Прогресс я вижу. Прогресс вижу. Про учебу что рассказать? Ребята у меня в классе из разных стран вообще. Просто весь мир, можно сказать. Мы общаемся со всеми, поддерживаем общение. Что могу сказать? Ну, учеба – это, наверное, самая главная вообще цель, зачем я сюда приехал. И, наверное, тут стоит начать... Наверное, с преподавателей, да, с людей, которые именно вкладывают в меня вот эти знания, информацию. И учителя здесь классные, на самом деле. Ну, это мягко сказано, классные, подталантливые. Офигенные. И сертифицированные, да. Есть прям учителя от Бога. Прям вот, ну, вот что такое учителя от Бога, это вкладывая в это понятие. Вот первое время, когда я сюда приехал, я там, нам задают какие-то там домашние работы, я там... учил какие-то правила, чтобы там открывал учебник. Но когда я попал к нужному там учителю, который, вот есть процесс обучения, он построен на кембриджской системе, вот эти да, вот, да. Учебники вот эти, да. Вот, очень интересно, очень много интерактива, там, просмотр фильмов, как бы там, дискуссии, обсуждения. Вот, вообще не сухое обучение. Вот, но некоторые преподаватели, они еще больше вносят, как бы, личного, да, участия. Личный вклад как бы в наше образование. То есть мы там вообще, что мы только не делаем. Мы озвучиваем фильмы и мультики, мы разгадываем какие-то квесты, мы куда-то там бегаем. Короче, ну, у нас вот такой процесс обучения, это реально помогает. Я, затягивает, да? Да, это ты вот идешь в школу как бы с интересом, что, чем нас сегодня... Что сегодня будет вообще, да? Вот, и ты такой... я стал замечать, открываешь эти учебники, а учить-то не надо, ты все знаешь. И как бы твои результаты по тестам, они показывают, что как бы все круто на самом деле. То есть ты прям в процессе обучения в школе все ловишь? Да, да, да. Не надо зубрить, сидеть? Да, да, вот это как бы, это очень круто на самом деле. Я такого вот раньше как бы вообще за собой не замечал, когда я вот учил язык. Как-то там, ну, там в своей стране, я тут не такое. И здесь вот есть учителя, они вот очень чуткие. Прям вот я летал недавно в Россию, получается, на неделю, на день рождения. И вообще мы как бы преподавателям не должны говорить, что мы там летим. Мы делаем запрос, как бы, чтобы представить обучение, как бы, и все. Можно замораживать спокойно, без проблем. Неделю, две, три, до полугода вообще можно замораживать и возвращаться к занятиям. Одной кликом кнопочки у себя на портале. Да, я преподавательнице просто в среду сказал, что и ребятам преподавательница, что я там уезжаю, меня не теряйте. Я через неделю буду, там, никуда не ухожу. Вот, все хорошо, спасибо. И в пятницу у меня в понедельник отъезд. В пятницу преподавательница приходит с кипой бумаги ко мне, подходит. Хотел расслабиться в поездке, да? Да, и говорит, я не знаю, как бы будешь ты, ну, будет ли у тебя возможность позаниматься, но как бы тут учебник, эта информация есть, но я тебе более подробно какие-то важные очень части, на которых вот нужно поставить акценты, и дает мне там вот собранный из разных вообще мест материал, все там ручкой подписано, там, Игорь, посмотри что сюда. Что ты пропустишь, вот это, да? Да, вот знаете, как они так относятся к этому делу. Я так про вообще. Левел уровня вообще, да, бог. Да. И вот у нас, помню, тоже
когда был уже сдача, там, последние экзамены, в пятницу там уже ничего не делали. Преподавательница принесла нам много-много игр, как бы настольных, да, на английском. Вот мы играли, а она как бы каждому написала на большом листе обратную связь, и каждого вызывала на 10 минут и говорила прям. Это как, знаете, как коучинг. То есть она говорит, что тебе нужно получить, вау, куда тебе нужно пойти и где ты можешь это использовать. Это очень круто, на самом деле. И вот таких вот мелочей, их очень много в этом обучении. Я думаю, это как раз именно вот эмоционально, короче, подковывает. И это то, что вам не даст обучение по Zoom. Вот именно, это как, именно личное вот это. Да, что-то вот личное. И с ребятами вот это личное общение. Мы там ездим, отдыхаем в кафе, катаемся на лодке. То есть мы вообще как настоящие друзья, которые много лет вместе. Ну, общаетесь на английском? Да, общаемся на английском. Вот что для меня важно, я подчеркнул именно в процессе обучения, это опциональность. Ты на самом деле не привязан ни к чему, и ты можешь менять. Ты можешь менять преподавателя, если тебе не зашел. Ты можешь менять уровень, ниже, выше, да, ты можешь менять класс, ну, вдруг тебе что-то там не понравилось. Время там с 12. И время с 12, да, там сдвигать, то есть с 9 обед, заниматься вечером, или с 12, днем, да. То есть это очень удобно, потому что когда совмещаешь работу, вот я сначала приехал, у меня был отпуск, я учился, мне поставили вообще в обед учиться, мне было не очень комфортно, потому что как бы у меня первая часть половины дня, она пропадала, и я перенес свое обучение, получается, на утро, я спокойненько до 11:30 занимался, а потом всю остальную половину дня я работал спокойно вообще, как бы, и совмещал. Прямо здесь в школе работал? Первое время я здесь, пока жил в Стэмбридже, я работал в школе. Когда я переехал на квартиру здесь, которая рядом находится, я просто тут мне 10 минут, я добежал. Забегал домой. Сейчас я иногда остаюсь в школе, потому что тут удобно. Тут все сделано комфортно для этого, да? Да, и на самом деле школа много всяких преимуществ предоставляет в виде там активностей школьных. Я иногда остаюсь на активности. Караоке и... орешь? Нет, караоке я стесняюсь пока. Но всякие там игры, походы в кино, путешествия, как бы очень много активностей бесплатно на самом деле. Вот. И еще, в принципе, школа предоставляет и бесплатные уроки английского языка. Экстра. Для всех уровней, да. Тут, ну, как бы, вот элементы я не видел, а все остальные я, как бы, уровни видел. Я ходил, я занимался, пришел сюда, я вот первый месяц занимался. Сейчас я уже на интенсив перешел, то есть у меня грамматика и спикинг. Это лучший курс интенсив? Ты советуешь его брать или сэм-интенсив, который меньше часов? Я у всех просил, все говорят лучше, потому что вот быстрее на грамматике, нет, ты не быстрее проходишь, на грамматике ты как бы, ну там меньше спикинга, оно нужно все равно говорить. То есть интенсив вот больше для тех, кто хочет поскорее развить разговорную речь. Интенсив — это две грамматики, ты имеешь в виду? И плюс, нет, интенсив плюс грамматика и спикинг. А, ну да, это как бы, то есть это вкупе, это очень хорошо, эффективно работает, потому что ты отрабатываешь то, что ты изучаешь, ты отрабатываешь на... Сразу на практике. Да, да, да. В общем, да, интенсив рулит. Минимальный срок обучения в школе – это 2 недели. Вы можете приехать, попробовать здесь поучиться, увидеть результат и приехать к нам на более длительный срок. Самый популярный срок обучения – это 12 недель интенсивного курса, потому что за этот срок вы можете пройти целых 2 уровня языка по кембриджской системе. Ну а те студенты, кто хотят навсегда закрыть свой вопрос с английским языком и получить Emirates ID на целый год, приезжают к нам на курсы обучения на 24 недели или на полгода, изучают свой английский до потрясающего уровня, при этом получают студенческую ID-карту с правом на работу, с правом открыть банковский счет, с медицинской страховкой на целый год, с правом выезжать и возвращаться в Эмираты неограниченное количество раз и с правом замораживать свой курс обучения до полугода и возвращаться к нему столько раз, сколько вам нужно. У нас очень частый вопрос от студентов: учатся ли взрослые люди? Снежана, не поздно ли мне учить английский? Мне уже 40. Влияет ли это как-то? Или там учатся одни дети в школе? Такое есть миф? Рассказывай. Я на себе влияния никакого не ощутил. Ребята всех вот возрастов, как бы, да, там очень много там и взрослых людей. На самом деле нет никакого дискомфорта. Как бы, это как бы язык. Вы общаетесь в любом возрасте. Это коммуникация. Вы должны уметь общаться со всеми людьми, как бы, на нем. Да. Кто-то в возрасте там, 70 лет намного лучше говорит, чем ты. И ты от него почерпнешь больше знаний, чем как бы, от, не знаю, студента от какого-то. Вот, поэтому тут вообще как бы у нас нет разделения, мы все дружим, как бы, все, обычно люди, которые приезжают сюда, это все люди развитые, все люди интересные, у всех там жизненная история очень интересная, и как книгу всех читаешь, особенно на английском, на новом языке. Я, наверное, для себя вижу здесь одну проблему, это
могу рассказать. Расскажи, конечно. Это вот если ты долго изучаешь английский, ну там, например, там несколько месяцев, есть такие точки перехода, это когда с уровня на уровень, когда уровень меняешь. Вот. И, по моему мнению, когда ты, получается, приходишь в класс, классные ребята, ты там вообще... Подружился со всеми. А ты, ну, как бы, представляете, там сколько, 20 с чем-то месяца ты учишься на уровне, получается. Прошел все уже, да? Да, ты со всеми, там ты знаешь, ты каждый день всех видишь. Все, родня уже там, да, в классе. Как вторая семья, то есть ты обо всех все знаешь, там, вы обменялись соцсетями, вы там друг друга поздравляете, везде ездите, путешествуете, вообще как лучшие друзья. И, то есть вы столько испытаний прошли, там же идут тесты, экзамены, кто-то лучше это понимает, он помогает другим, и там наоборот. То есть это испытание реально, то есть как бы испытание вас сплочает, это очень сильно. Вы также там влюбляетесь в преподавателя, имеется в виду как преподавателя, да, там в его систему преподавания, вам это все нравится, вы как бы вообще там все радуетесь. И наступает момент, когда надо изменения уровня. Да, момент изменения уровня. Все рушится. Ты такой сдаешь экзамен переводной, там отличные баллы, ты радуешься, все друг друга поздравляют, все там как бы прощаются, все. И расходитесь. В понедельник такой, ты приходишь такой радостный, такой на позитиве, все там, как новый уровень, все сдал, сейчас как бы у меня никаких там долгов за плечами нет, все. Классно. Приходишь, такой садишься и никого не знаешь. Ну это ж классно, новые друзья, новый ресурс. Да, конечно. Ты никого не знаешь, получается. То есть кто-то закончил уровень, кто-то перескочил через уровень. Кто-то вообще новенький приехал вчера. А это большая точка, ну большая точка изменения уровня. Кто-то до этого доходит и говорит, все, для меня пока достаточно, я там отдохну, либо что-то еще. И вот часто такое, что ты вообще никого из знакомых как бы не встречаешь. Преподаватель другой. И такой, у тебя первое время, у тебя мозг сопротивляется, на самом деле. Вот я всегда, мы любим зону комфорта, да, уже такой, привычно. Блин, ребята не общаются, вообще какие-то необщительные, вообще своих ребят. Родненьких. Не говорят вообще, преподаватель что-то вообще как-то вообще по-другому преподает, мне вообще это не нравится. И первое, что ты такое делаешь, я делаю реквест. Приведите меня в другую группу, приведите меня в другую преподавателя. Да, так не делайте. Поживите вот. 3 дня, да, наверное? Да, там тебя останавливают, тебе говорят, подожди, давай до пятницы доживешь, там как бы посмотрим. Если как бы, ну, реально не понравится что-то, то тебя переведем, если нет, то останешься. Ребята же многие первый раз приехали, понятно, что они не раскованы, они как бы еще не общаются, как бы им надо вот время, день-два как бы заобщаться. И проходит день-два, ты такой, а ребята там интересные такие. Чего я истерил, да? И преподаватель что-то интересное, как бы на кружочком садит, то давай там общаться с каждым, там как бы новую информацию по-другому дает, ну как бы ставит там, ставит язык там по-другому, ты такой, и он уже там англичанин, а не американец, например, ты хочешь, мне же как бы хочется всех понимать, да, я же с целью с определенной сюда приехал, ты такой, блин, ну как бы вроде все переходить нормально? Не хочу, да. От меня реквест, все хорошо, да? Да, поэтому вот такое возможно, это как бы с одной стороны это возможности, с другой стороны это временные такие неудобства просто. Просто имейте их в виду, что если начнете паниковать, переживите 3 дня, потом все абсолютно нормально. Будет. Потом у вас новые друзья, опять новая команда, у вас еще больше друзей и больше новых преподавателей на самом деле. И вот вы ходите с радостью на учебу. Я вот, не знаю, встаю, я иду на учебу. Блин, что же сегодня новенькое будет? Глаза горят, да? Да, и такой челлендж, так, на тест сдать хорошо, лучше, чем другие. Вот. Ну, как бы, интересно, поэтому я вот из-за этого вот люблю вот, учебу, потому что, ну, так все интерактивно, как бы, много друзей. Коммуникативная много методика, да. Все время общаетесь. Да, и как бы люди-то из всех стран, то есть из Перу, из Бразилии, из, не знаю, там, вот из Арабских Эмиратов еще не встречал, наверное, а так вот вообще-то всюду. Мы находимся в Арабских Эмиратах, если что. Да, в Италии, Испании у нас есть ребята как бы из Таиланда много, из Кореи, из Китая, отовсюду вообще просто ребята. Это, например, поджигает огонь вот это вот дальше учиться. Интересно тоже. Не хочется даже бросать, да, не хочется бросать. Про учебные материалы. Частый вопрос, надо ли привозить с собой тетрадки, какие-то учебники, ноутбук нужен ли в процессе обучения? Самое главное, что нужно привезти, это банковскую карту с деньгами. А там все будет, учебники дадут, workbook, где вы пишете, тоже дадут. На самом деле ничего не нужно. Здесь можно купить тетрадки, если есть необходимость. Процесс обучения, он, в принципе, построен на книгах. Книги приобретаются здесь, либо вам они выдаются, в зависимости от того, какой вы курс купили.
Есть книга, где ты читаешь, да, и есть отдельная, где пишешь, workbook, то есть вы там выполняете задания. Да, единственное, нужны, наверное, телефоны точно нужны, потому что тесты, да, часть интерактива проходит на телефонах, да, там всякие там квесты и прочие вещи, да. Кто-то, да, тесты нужно сдавать, тесты сдавать можно на телефонах, на планшетах, на компьютерах. Угу. Вот, я сдаю на компьютере, мне просто так удобнее, у меня с собой компьютер, и я как бы спокойненько там не волнуюсь, и на компьютере все, там, не смотрите этот телефон, как там что сдавать, а на большом экране. Поширше будет. На большом ретиноэкране, да, все там спокойненько сдаешь. Короче, ноутбук берите, это удобно. Ну и последнее, какой-нибудь посыл людям, кто сейчас думает, что да ну нафиг Эмираты, в Англию поеду, там надо английский учить, но туда визу не добыть. Что ты скажешь про Эмираты именно и школу тут? Я думаю, что нужно пробовать, нужно ехать. Как бы Эмираты очень открытая страна, очень безопасная страна. Вы как бы это почувствуете, когда сюда приедете. Возможно, нужно рассмотреть сезон, чтобы было не так жарко, да? Сейчас 46. Обучение здесь имеет смысл, и как бы вы добьетесь своих целей, потому что даже вот если посмотреть по преподавателям, здесь все носители языка. Здесь да, Америка, все, Англия. Америка, Англия. Вот у меня с Шотландии еще был преподаватель, который 15 лет преподает в Дубае уже. Ну да. Уровень ребят здесь хороший, язык растет быстро, так что не бойтесь, приезжайте. У Снежаны много мотивирующих видео об этом. Что я как-то, умею. Да, это поможет поменять вам жизнь, добиться успеха, каких-то целей, которых вы всегда хотите. Хотели добиться, да, вот это должен первый шаг, это как раз английский. Он много чего открывает, открывает путь в другие страны, на самом деле, если не хотите оставаться в Арабских Эмиратах. Ну, наверное, все. Спасибо тебе большое, Игорь. Удачи. Спасибо. И пошли, я куплю тебе сок.